из Краснодарского края. Да. Мы едем в Анапу сегодня. Вы с нами? Приглашаем вас с нами прогуляться. Так, вот город Анапа, курорт. Круговое движение вещаем. Привет, подписчикам. Подписчики тоже передавали привет. Слышишь? Кто еще не подписался канал, подписывайтесь и ставьте лайк. Молодец, откуда ты все знаешь? Кто не подписался на канал, вот Димуля говорит, подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте. А мы вам покажем наш отдых. Едем вот в город Анапа. Город Анапа. Снова пробочка. А нет, не пробка, это светофор. Едем дальше. Сейчас мы едем куда-то на такой... По сомнительной аллее? Нет, мы едем на какой-то пляж, где камни. На Галичный едем. На Галичный едем. Малую. В Малую бухту, да? Ага. Хорошо. Не звони пока ничего. Так, едем запутанными улицами. Пробираемся. Так, едем дальше, любуемся красотами Анапы. Вот увидели поворот на Суко. Нам 13-го нужно ехать в санаторий в Суко. Дороги все нам не знакомые. Тут дороги узкие и загруженные. Загруженные. Транспорта очень много вообще, конечно. Тут минусы вот этого нашего такого отдыха, что добираться, вот эти все. Много транспорта. Мне написали, да, Краснодар, это такой воздух, все, конечно, где-то в полях. У нас в Нижегородской области тоже хорошо, и воздух чистый. А у моря здесь, конечно, чистый воздух. Ну, а на улицах городов, вот посмотрите, откуда он тут чистый воздух. Очень много транспорта, загазованность, дышать нечем. Жара, смог вот этот. Так что... Улицы вот сейчас посмотрели, вот машина чистит. Ну, более-менее, да, вот здесь вот обочины чистые, нет пыли такой, соответственно. Ну, транспорт очень много, выхлопные газы. Ну и отсюда, ну, асфальт, соответственно, асфальт не воздух моет. Не очень чистый, да. Вернее, совсем не чистый. К морю подъедешь, естественно, там морской воздух. Это само собой. Там здесь сосны. Да, 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 там наши едут. Не волнуйся, Димуля. А их ни машины и нету. Нет, вон впереди. Нет? Нет. Мы не туда, может быть, едем? Ой, сейчас пришли на берег. Здесь, смотрите, как красиво. Какая высота. Это мы будем спускаться туда? Да, вы видите лестницу. Ой, главное потом подняться.
А подняться потом будет очень сложно. Нет? Да. Не сложно? Ну, ты же молодой, тебе не сложно. По камням ходит с большим трудом. Ну, тапочки тебе же дали. Да. Да, тут кто-то босиком ходит, а у нас есть видите, обувь. Дорожки такие проложены. Это вот там они это разграбили. Это камни там, да? Ну, да, они разграбили. Что, как получается? Да. Массы. Так, да. Идем, вот идем. Туритура, туритура, туристы. Чище, но чистая сюда. Бывает и чище, она прям вообще блестает. А это все не чистая, хорошая. Какая красивая ты. Маме комплимент делает, какая красивая ты. Смотри, какие цветочки, я тут ни разу еще не видела. На склоне вот такие вот. А это не цветочки, они и у нас там в полях растут такие, они как типа, ну они не колючки, а такие как сухоцветы типа. Ой, какое море красивое. Так, спускаемся, спуск вот такой. Ну, туда спускаться, конечно, нормально, обратно. Ну, поднимемся. Здесь вот даже скамеечки есть для отдыха. Так интересно смотреть сверху, люди плавают. Чистое море, смотрим сверху. Все идут, задыхаясь вверх. Да, конечно, когда жарко, еще подниматься тяжело. Молодые еле дышат, а мы-то. Вот так вот. В общем, возят нас по разным пляжам. Ну, здесь зато чистая вода, видимо, но камни. Мы взяли обувь. Будем заходить. Ну, люди же купаются. Ну, все. Кто и без обуви соответствующий. Вот так вот здесь. Такие здесь горы. Здесь вот беседочки есть. Здесь что-то так сыро под ногами. И вот так люди лежат на камнях. Но море чистое здесь зато. Здесь биотуалеты. Там наверху туалет бесплатно был. Вон здесь прямо эти ручьи какие-то сверху. Ну вот, мы уже искупались. Тут вот такой вход. Камни немного расчищены и нормально заходить. Море. Я уже до буйков сплавала. Море, как в Турции, девочки, мальчики. Конечно, не такое прям вот кристально чистое, но и в Турции не всегда оно бывает прям вот кристальное. Это в Кемере, там прям чистое-чистое. Но тоже вода чистая. Немножко есть так, попадаются мелкие прозрачные медузы. Но мало. Вот. Так вот, мне понравилось здесь очень хорошо. Классно. Волн, самое главное, нет. Прям красота. Люблю вот такое море. Мы недолго здесь, часов до 11. Потом пойдем дальше, прогуляемся еще на один пляж. Там искупаемся. Вот. Расположились здесь на камушках. Сидим, едим черешню. Купили мужу эти сланцы такие, ко мне ходить. 700 рублей такие есть, там потоньше. За 500 можно купить. Эти вот они более плотная такая подошва. Всем привет, да, Вася? Бедуин сидит в этом уже. Здесь есть переодевалка там. Есть биотуалеты. Ну, наверное, платные, там телефон указан. Ключ там дается. Ну, не знаю, там может быть какой-то бар еще, может быть, там ключ дают. Теплоходы плывут.
хорошо. Ой, классно. Только еще в гору потом подняться. Тренировка для ног. Смотрите, дельфины. И наши в масках, там рядом с дельфинами. О, здорово. И прям спины. Три, да? Два, я видел. Два дельфина? Ну все, уже что-то не показывается. Вон, кто там поплыли. Ой, как здорово. Они прям были рядом. Наверное, видели прям рядом их. Там класс. Мелко для меня. Там класс. Там уже за буйками, Дим, там глубоко. Все, уплыли. Вон там вдалеке. Ой, я уже небо показываю, не море. Смотрю на море, уже камеру-то не вижу. Это подписчики? Уплыли. Да, здорово. Они дельфины, за рыбой погнались и приплыли к нам. Наши как раз там с масками плавают. В масках плавают, рядом оказались. Здорово. Расскажут. Ой, вон да, дельфины на там прыгают. Мне никто не просит брать. Я смотрю, что на Арсисту уговаривался, смотрите. А там человек плавает, и они рядом. Не, мне кажется, это будет... А, может быть, да. Там человек плавает. И недалеко дельфин. Так это его ласка, это не он, а не они уже. Нет, там был дельфин-то. Приехали в другое место, еле тут припарковались. Здесь кошачий домик. И, конечно же, море. Такая набережная. Кафешка. Какая-то кафешка, суши, роллы, пицца. Да. Так, гамбринус. Здесь хоть тенечек какой-то. Тени деревьев. Так, наши там решают вопрос с парковкой машины. Вот приехать, это, конечно, на машине хорошо. Но припарковаться это сложно. Везде то запрещено, то для инвалидов, то еще чего. В общем, негде машину поставить. Здесь мороженое. И уходим на солнце. Музыка, конечно, играет. Так, посмотрим сверху на морюшко. Красиво, конечно. Да и водичка хорошая. Водичка, конечно, здесь вот в Анапе прохладнее гораздо, чем мы были в Витязево. Там теплая вода, здесь такая освежающая. Мы ждем. Еще какой-то нам берег хочу показать. Хорошо сидим в тенечке, смотрим на море. Так, идем по набережной. Показываю вам окрестности, что здесь интересного. Мозаика тут. Вон толпа народа идет. Кто-то уже искупался, идут обратно. А мы меняем место дислокации. Здесь красиво, как сделано. Набережная. Склон. Ну, здесь уже платные вот эти вот, видите, навесы, шезлонги.
пляж. Пляж. Может быть, от какого-то отеля. Люди как поплавки плавают. Вот здесь отели. Ну, наверное, здесь от этих отелей пляж. Что там? Баня. Баня внизу? Вон, вон, баня написана. А, вон там баня, пожалуйста. Кто баня. Хочет помыться. Попаримся и в море. Да. И как прыгнем в море. Сейчас, наверное, я говорю, что там... Продвигаемся. А я вот в это платье влезла, как говорится, очень мне удобно. Вот. Оно такое, ну, льняное, хлопковое. Очень хорошо. Хорошо, что есть пуговицы впереди, очень удобно. Я в нем везде. Красота, потому что мы где только не лазим, и босоножки у меня удобные очень. Вот так. Так, ну вот здесь спускаемся вниз. Сейчас посмотрим, что там. Морепродукты, кафе «Лагуна». Красиво. Спускаемся вниз. А здесь вроде бы даже есть лифт, что ли. А здесь лифт? А здесь лифт есть, да? Нет? Зимний пляж. Видимо, есть лифт, но там очередь. Так, в общем, проходим. Здесь столовая есть на берегу. Как сюда не ходили? Что здесь за столовая? Кафе «Лагуна». А здесь раздаток, так вот, в общем-то. А вот нам меню, вот меню, цены. А. Меню, цены. Я хочу зайти посмотреть вообще, что там. Что там вообще посмотреть вживую. Вот. Столики здесь такие. Посмотрим, что там у них есть. Здесь можно присесть прям с видом на море. Ну, вот такое тут. Ну, тут все, и булочки, и отбивные. Ну, в общем, здесь сюда можно прийти. Вот мне так нравится больше. Действительно, все видно, что здесь есть. Вот. Сюда, например, присесть с видом на море. Красота. Так, здесь ракушечки, звезды. Вот звезды. Эти пемзы, пожалуйста. Это магазинчик. А, это лифт. Все. А, это лифт тут. Ну и магазин, чтобы мимо не проходили, пока ждут лифта, что-нибудь купили. Горячие кукурузы. Ну и вот, здесь, наверное, от отелей вот эти вот пляжи-то, да? Отели? Ну вот эти вот шезлонги-то. Шезлонги нет, просто платные, кто хочет. Просто у отелей здесь нет, да, своих здесь пляжей, наверное. Здесь туалет 30 рублей. Да, нет. Морская баня здесь, пожалуйста, можно помыться, если кто. Попариться. Попариться, да. Здесь просто парная, как финская, просто да? Парная, прыгать в море. Ага, спасибо. Прокат шезлонга 200 рублей. Добрый день, девочки. Здоровья. Добрый день вам, также. Спасибо. Молодцы, съемку ведем, запрещенную. О! Рекламу вам сделаем, рекламу, чтобы к вам ехали на море купаться. Место для курения. Парковка велосипедов, машин даже. Вот здесь, ну здесь, конечно, спускаться, ой, невысоко. Мы сумки пока оставили в машине.
Мы просто пришли посмотреть, что здесь. В общем, знакомимся со всеми тут пляжами. Вода здесь. А здесь сразу надо как? Прыгать туда? Здесь спуск, а там лестница еще есть, да? Там еще лестница, спуск есть. Угу. Так, ну вот тут вот есть спуск к морю. Такие вот ступенечки, чтобы сразу заходить. Водичка чистая, ну вот камни, ну сразу плыть. И специальная обувь нужна. Вот так вот. Ну вот еще на другой пляж пришли, вон там Золотая бухта. Вот, там, ну как, народа, так, сносно, не очень много. И здесь тоже кто-то вот, шезлонги, здесь шезлонги платят, кто-то так вот лежит на полотенцах бесплатно. А там очень, да? А там очень много народа. Там вообще, да, народу сколько. Да, там вот лучше. А там прям лучше спуститься, так и хочется поплыть, да? Такая вода чистая. Вот там мы обошли последний раз, буквально сколько, неделю назад. Этот пляж принадлежит санаторию или чего тут. Высокий берег. И еще там Русь, что ли. В общем, вот так вот здесь. Ну, здесь хорошо. Здесь очень много народа. А там вот мы шли. Очень замечательное море, гораздо чище. Так, а сейчас мы направляемся в океанариум. Так, кого интересно, температура воздуха, воды. Вот, пожалуйста, в Анапе.